Здравствуйте! Сегодня мы покажем, как сделать таких милых снеговичков своими руками дома из подручных материалов. Нам понадобится один носок белого или кремового цвета, крупная крупа, мы использовали горох, нитки, ленты и фломастер. Берем носок и засыпаем в него крупу, но не до конца, верхнюю часть носка завязываем ниткой. Далее нам нужно разделить один большой шарик на два, Берем вторую нитку и затягиваем ее приблизительно посередине. Затем отрезаем верхнюю часть носка, она нам пригодится для изготовления шапочки. Берем бечевку или атласную ленту и завязываем на бантик между двумя шариками. Отлично! У нашего снеговичка должны быть глазки, ротик и носик. Их можно нарисовать ручкой или маркером, это будет проще всего. Но мы использовали специальные глазки для поделок, которую приобрели в магазине рукоделия. Для носа также хорошо подойдет одна половинка гороха. Ее можно прикрепить с помощью клея ПВА. Теперь переходим к шапочке. Один край мы закрыли с помощью степлера, но это не обязательно. Выворачиваем наизнанку и надеваем на снеговика. Небольшой помпон сверху закрепляем ниткой. Посмотрите, какой красавчик у нас получился! делайте снеговичков и отмечайте нас в сторис. С наступающим Новым Годом!